Привет. Не ждал? Я так и знала. Остывший чайник, пыль и скука. Я просто мимо пролетала и вот зашла. Прости, без стука. Мне страшно захотелось чаю с малиной, медом или мятой и поболтать. О чем? Не знаю. Был не вопрос, о чем когда-то. А на плафоне паутинка, другие шторы, непривычно. Ты, говорят, живешь с блондинкой? Без комментариев. Отлично. Еще рисуешь? Не забросил. Пейзажи, графика. С натуры? Влезает в рамку? Нет вопросов. Да-да, согласна, бабы дуры. Давай о чем-нибудь. А, кстати, за книжной полкой на портрете. В моем малиновом халате. Не как она? Мечта поэта. Какие формы, поздравляю. Куда уж мне, невероятно. Безумство рост в цветущем мае. Без комментариев? Да ладно. Ну что же, славно посидели. Про чай я, кажется, забыла. А хочешь, вместе полетели? Как раньше. Впрочем, пошутила. Ты извини, была бестактной. Я не к тому, чтоб все сначала. И вовсе не прошусь обратно, а просто по тебе скучала.